Мужчины бывают разные, а есть настоящие. Передача «Мужской разговор» о настоящих мужчинах для всех. Сегодня у нас мужской разговор с Николаем Агурбашем. Сегодня в «Мужском разговоре» Николай Агурбаш и Александр Панкратов Черный. Николай, здравствуйте. Приветствую, Юрий. Занимаетесь спортом? Но это как бы обязательно, потому что мужчина должен быть всегда в норме, сильный, смотрю, здоровый, как огурчик, крепкий. Ну, как бы на 58 лет нормально. Держу себя в руках. Я бы столько не дал. Значит, тут спортзал, в котором ты занимаешься спортом, да? Да, футбол? Это один из спортзалов, который у меня здесь на территории. Это я так называю футбольный зал. Надо было сюда сборную России по футболу, Коля, пригласить, думаю, чтобы что они потренировались. Могли бы почерпнуть, многому могли бы научиться. Давай проверим, я стану на ворота. Давай, я буду греческий вратарь. Греческий? А ты будешь этот... Русский нападающий? Кто там? Не, ну да. я-то грек по национальности. А, ты наоборот. Может, поэтому, хоть здесь, Юра, может, хоть держись. Здесь. Давай. Вот так и Россия, ну, Россия с Грецией играла. Ну-ка вот. Давай. Как мы с тобой. Давай. О! Ну и третий. Молодец. Хоть так честь сборной России, так сказать, в мужском разговоре отстоял, видишь, с греком. Крепкий, спортивный, нормальный мужик, а в молодости-то, ну, вредные привычки присутствовали какие-то? А вот, к сожалению, никаких привычек вредных таких, даже тех, о которых ты говорил, ну, не было. Что, не выпивал, не курил? Я не курил, не пил. Да что ж ты? Да, вот, даже к женщинам относился так, это с прохладой. Слушай, а чем ты тогда занимался? Я вообще-то хотел стать чемпионом мира по боксу. Вот. С 13, с 15 лет я просто ложился и вставал вот с одной мыслью, как вот я выхожу с Мухаммедом Али, и почему-то в первом раунде я его убиваю прямо. Сразу, нокаут. Сразу. Как он Сонни Листона в свое время. Да. А что помешало? Ну, я же деревенский. Там у нас не было определенных условий. Хотя я себя готовил просто до безобразия. Я утром в 6 вставал, 10 километров бежал по берегу моря, по песку. Никто тебя не заставлял? Никто. Сам да. Ну, у нас курортный поселочек был, Ялта, на Азове. Вот. Приезжали туда отдыхающие со всего мира. Естественно, здоровые ребята. И мы там тусовались. Драк было просто немерено. Ну да. Вот. Война шла день и ночь. Поэтому я... Дрались себя... честно? Честно, я всегда дрался. Я один на один никогда не дрался. Я вот вижу там трое, четверо, вот я иду и их начинаю молотить. То есть это тогда ты по весу прикидывал или как? Не по весу, по количеству. По количеству, да? Да. Чувствуется так. И удар. Мешок-то тяжелый. Да, мешочек, да. Ладно, хорош, сейчас сломаешь уж. Как утро начинается? Да, весело начинается. Да? Утром я обычно отжимаюсь 50 раз от пола. На кулаках? На кулаках, и у меня есть эти специальные. Слушай, хорошее место здесь у Агурбаша. Приехал тут. Вот маты. Так, сразу, да, татами. Да. То есть все виды спорта здесь у тебя представлены. Вот ринг. В течение 15 минут все собирается. Что, это же фирма, смотри, хороший, да? Я скажу, это такое чистое такое обиталище настоящего мужчины. Да, тут все есть, да? Тут есть все. Вот. Так, ну давай, иди-ка по дорожкам. Это зона... Для твоей большой семьи. Большой семьи, слушай, да. Здесь для каждого свой шезлонг. Да, можно лечь, лежать, спать. Ну-ка. Присаживайтесь. Так. Или ты просто как человек интеллигентный, да, воспитанный? Да. О, слушай, ну кайф, а? Лес, вода шумит, да, сейчас да. Зверь выйдет. А вон она, олень. Олень, да. Вон там кабан. Козы, кабан, да? Кабанов больше любишь, чем голубей. Не, голубей я люблю больше. Больше всего, конечно, люблю красиво жить. Красиво жить, да? Да. Не, ну чтобы красиво жить, это надо много работать, правильно? Ну, я не просто работал. Ты когда работать пошел первый раз? Это вообще было там 4-5 лет. Я утром вставал часов в 5 утра,
Вот. Ходил по поляне, там, возле моря. Так. И искал бутылки. Так. Находил бутылки. Зеленые эти, да? Зеленые. 12 копеек бутылка. 100 грамм халвы стоило 12 копеек. 10 копеек стоила бутылка ситро. Вот. Я две бутылочки нахожу, и мне хватало. Ну, молодец ты какой. Потом я ловил рыбу, катал людей. Скирдовал. На лодочке, да? Да, что я только не делал. Строительством занимался. Я всю жизнь работал, у меня всегда были деньги. Всегда. И если так уже говорить, то мучился я в школе-то не очень хорошо. Но я, тем не менее, поступил в Московский государственный университет. Вот. Закончил его преподаватель политической экономии. Защитил одну диссертацию по экономике. Вторую я доктор наук. Вот. Академик Российской академии предпринимательства. Так что у меня есть книги, публикации. Сейчас я, правда, от этой научной деятельности отошел, в связи с тем, что, ну, как бы бизнес, который я веду, да, да, требует больше внимания. Да, я в 36 лет начал заниматься бизнесом, в 36 лет. Вот, ты вот создал эту компанию. Да, ушел из Госагропрома и начал двигаться вот в этом направлении. На голом участке земли я создал целую империю. Пойдем прогуляемся? Пойдем. Пойдем, а то засиделись, что-то, да, тут заснуть можно, слушай. Да, да, да. Так, да. А что это за фонтан? Расскажи, пожалуйста, его историю. Откуда такие дамы симпатичные? Компания, которая продает эти фонтаны в Белоруссии, они где-то за границей их завезли, я даже не знаю откуда. Но я купил их много, у меня штук 8, наверное, таких, разного цвета. Там вот аисты на пруду, угу. Вот, перед домом, ну, два фонтана. Это не какой-то эксклюзив, это просто такой белорусский, такой широкого потребления товар, да? Я не думаю, что это белорусы сделали, я думаю, его не завезли, просто компания завезла, которая потом продает это. И сейчас вот мы идем по каштановой аллее, вот здесь каштаны такие роскошные. И даже когда дождь, здесь можно ходить просто не без так, зонтика. Да, без зонтика. Они так защищают. А мы идем к бассейну. Бассейн вот выполнен в таком летнем варианте. Утром, как правило, в 6 утра я тут плаваю. А воду, слышь, по морю не тоскуешь, воду не подсаливаешь, Коль? Не-не-не, воду нет. Здесь пруд. Пруд, да. Так, какая здесь тут живность? Здесь много рыбы. Все это досталось тебе не так, не просто упало, да? Ты для того, чтобы стоять у этого пруда, ты пахал всю жизнь, правильно? Ну, я работал всю жизнь, это правильно, потому что те навыки, которые у меня есть, все, в чем ценность человека? Не в деньгах его, не в богатстве, а в тех навыках, которые он приобретает за жизнь. Если я смог это сделать здесь, я это сделаю в любой точке земли. Почему? Потому что я знаю, как это делать. У меня есть система знаний, которая приводит к успеху. Да, вот это у меня липовая аллея. Хорошо. Липки такие, вот они здесь милые. Ну смотри, я в детстве помню, бабушка там на Кавказе липовый чай. Ага. Отношения вот как у тебя складывались с ребятами во дворе? Ну, я там, как вот, бы... Ты же деревенский пацан, да, там у меня все изначально сурово. Я не признавал лидеров. Я не признавал. Кумиров, лидеров? Да, нет, кумиры у меня были. Угу. Были кумиры. Я до сих пор, у меня кумир Маркс, Карл Маркс, Сталин тоже для меня кумир. Для меня не было, как бы сказать, больших вопросов, там, кто старше, кто это. Для меня было все, кто сильнее. Вот, если кто-то был сильнее, я старался быть сильнее, понимаешь, потому что я не мог терпеть, чтобы рядом со мной кто-то был сильнее меня. Так, это что у нас за аллея вот это? Это у нас продолжение липовой аллеи. Продолжение липовой. То есть она так буковкой Г, да? Да, да, да. Как конь ходит. Да, да, да. Вот. Ну, довольно-таки они быстро растут, липы. Я их тоже посадил вот по принципу внутривидовой борьбы, чтобы они быстрее тянулись кверху, к свету, и к свету, и кверху, и были и создавали хорошие, да, хорошую мощную корневую систему. Но такой принцип у меня везде. И а какие-то я плодовые деревья? Есть плодовые, но я их сейчас убираю. Польза от них есть, но у меня плодовая целая там плантация на одном предприятии, на другом. Мне даже не хочется этим заниматься. Можно с горки скачусь? Конечно! В нас же живет... Живет. Чем там мальчишка? С возрастом, да? Всегда не мы проходит. Возвращаемся. А вот ты скажи мне, Коль, ты когда последний раз на карусельке катался или вот с горки? А вот недавно катался с внуком, да. С какой стороны тут залезать? С какой стороны надо залезать? Давай, сейчас мы... Так. Если я правильно лезу, я... Правильно, правильно. Так. О, ну ты покрутым. Что-то без льда не едет. Ну, сейчас мы можем заказать лед сюда, в принципе. А это батут.
выдержит 100 килограмм чистого веса? Выдержит, выдержит. Ну, хорошо. Убился на батуте Агурбаш. У меня почти 1000 прыжков с парашютом, а на батуте убился. Классно. Коля, ну вот судя по всему, тому, что нас окружает, ты очень любишь природу и наверняка побывал во многих местах. Вот скажи, какое вот больше всего тебе место вот нравится на нашей вот земле, скажем так? Природа какая? Горы, скалы? Вот чему ты больше отдаешь предпочтение? Ну вот, вот мне больше нравится вот Подмосковье. Вот просто я влюблен в эту красоту, в эти деревья. Вот люблю это. Вот если не идет дождь, то это лучшее место в мире. Вот. Я не люблю дожди, я не люблю... Ну, снег нравится, когда он такой белый, пушистый. И когда вот. Его немного, и когда недолго. Да, и когда немного, да. А когда вот в апрель месяц, а еще все в снегу, это как-то не очень прилично. Мне нравится вот эта территория, я ее просто обожаю. Ну что, давай. Внук по телевизору увидит деда, скажет, ну, дед красавчик, молодец. Да, скажет, деда, ты что натворил? Ну что, пойдем к очагу? Ну что? Давай, будем зажигать. Давай. С одной спички, как положено в тайге. Да, 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 да. Смотри, у тебя береста здесь, все смотри. У нас предусмотрено. Все по-настоящему. Должен сказать тебе, как специалист в этой области, ага. Что очень, конечно, не экономично, но круто. Да? Да. Коль, ну раз мы у костра, мне бы хотелось задать тебе такой вопрос, который интересует любого мужика. Расскажи, как так вот случилось, да, ты встретил свою супругу? Как вот у вас все это началось? Ну, во-первых, у меня две было супруги. Какую? Нет, первую или виду, вторую? Я имею в виду ту супругу, супругу, супругу. Не ту, которая там женщину, а супругу. Я понимаю, что настоящий мужчина иногда путается. Сколько да, у него детей, сколько жен. Ну, это да, бывает, да. Бывает. Супругу я встретил свою в университете. Вот. Так. Мы с ней были в одной группе, это первая моя жена, с ней я прожил 21 год. У меня с ней было много счастья, радости. Она стояла рядом со мной у истоков моего бизнеса, когда я все это начинал. Вот 21 год мы с ней прожили, родили 4 детей. И потом я встретил вторую свою супругу. Со второй я прожил 10 лет уже. И у нас один ребенок. Второй раз у меня получилось, что я был влюблен просто безумно. Твое мнение, вот мужчина, да, что должно в нем присутствовать, некое начало? Какое ты считаешь самое главное мужское начало? Ну, мужчину как бы одним словом не определишь. Но если вот самое главное, так это, конечно, честь. Мужская честь. Это качество большой личности и... Да, Коля, девиз помнишь такой есть? Жизнь родине, честь никому. Да. Да. Согласен? Да, согласен. То есть, если вот так сказать. Согласен. Конечно, для мужчины очень важно терпение. Терпение, вот. Выдержка. Мужчина должен быть, конечно, сильным. И духом, и телом. И телом. И следить за собой. Да. И оправданий не должно быть. Мужчина – это воин, прежде воин, всего. Который это должен воин, защищать да. свою семью, это свою воин. Родину. Правильно? Согласен. Абсолютно верно. Народный артист России, актер и режиссер, в его послужном списке более 70 киноролей. Сегодня Александр Панкратов-Черный, оглядываясь назад, рассказывает, как мечты мальчишки из маленького села Алтайского края привели его в мир кино. Я вспоминаю, игрушек не было. Вот, а сами что-то придумывали. Вот, то есть магазины? Чур, конечно. Но у нас в деревне там, до ближайшего магазина там, километров 400-500. Вот. Да и потом, ну, сильная деревня, вот, поэтому какие-то чурочки, вот. И, кстати, я так иногда думаю, что вот такое вот количество таких прекрасных игрушек, которые сейчас вот у детей, вот, они лишают человека фантазии, мне кажется. А когда у ребенка простая чурочка, а он изображает, что это танк, что это автомобиль, что это самолет, понимаешь? Подводная есть, лодка с табуретом. Да, подводная лодка, да. То есть развивается фантазия вот, в самом человеке. Вот. А. Потому что вот мальчик катается, да, вот на этой машинке, и он уже лишен фантазии, он уже не придумает ничего, потому что он знает, что есть такая машина, есть другая машина. Вот. А у нас машинок не было, поэтому придумывали сами все.
Может, не ловелас и не Казанова, но бесспорно любимец женщин. О своих первых чувствах Александр Васильевич вспоминает. Я очень любил, влюбчивый был, да, и Лиду Лысеву полюбил, одноклассница моя, вот, которая мне пирожки в парту подкладывала. Молодец, какая. Да, да, вот. Мы с ней все время переглядывались, так она краснела, опускала глазки. Вот. Сейчас она бабушка. Вид, что да, он да, не да, знал, кто да, пирожки. Да. И кушал. Нет, почему? Я долго вычислял, кто подкладывает, да. То есть не сознавалась. Да, 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 да. Вот. И вот однажды, значит, Ванька Сидоров был у нас в деревне, такой парень. Высокий был, да. Вот, и он, значит, это самое, сочинял частушки, подлец. Вот, и, да, а мы на грудке, грудок, это, значит, место возвышенное такое было за деревней, где по весне снег сразу таял там, потому что возвышенность была, и солнце нагревалось, и оголялось. И там, да, качели для нас поставили взрослые. И вся ребятня, значит, со всей деревни, да и молодежь, все собирались там. Да, и мы, значит, там развлекались. Я, Ванька приходил, значит, с гармошкой и пел свои частушки. Он сочинял частушки про всю деревню. Причем очень такие злые частушки. Да. И он заметил, что я неравнодушно поглядываю на Лину. И сочинил, значит, частушку. Ты родился под мостом, на тебя куры срали. Оттого ты не растешь, гнида конопатый. А я был конопатый, конопатый здесь. Я схватил какую-то дубину и гонял его по всей деревне, значит, вот. Обидно было до слез. А потом в сердцах так пришел, значит, домой, сел за стол и сочинил про него частушку. И с той поры стал писать стихи. Он немного тоскует по родным местам, ведь малую родину из сердца не выкинешь. Я люблю здесь гулять, вот, потому что здесь очень много берез. И это, вот эти вот аллейки, вот этот парк мне немножко напоминает Алтай. Когда у меня возникает какое-то ностальгическое такое состояние, я прихожу вот в этот парк и брожу среди березок. Вот так вот. Вот так вот. Даже такой небольшой кусочек родины практически в да, центре Москвы, да? Да, 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 вот, да. Ну, здесь это парк дружбы. Здесь, как говорится, кусочки разных республик. Здесь очень много видов деревьев. Вот. И лиственницы здесь, и ели, и березы, и осинки. И сирень здесь растет. Чего только здесь не растет. В 27 лет Александр Панкратов-Черный окончил режиссерский факультет в ГИКа. С тех пор своей жизни без режиссерской работы он не представляет. Узнаем, а как все начиналось? В 64-м году я уехал в Нижний Новгород. Угу. В Горьковское театральное училище поступил. Около 3 лет отработал в театре в Пензенском областном. Угу. И все время готовился к ВГИКу на режиссуру. Потом поступил на кинорежиссуру. Закончил в ГИК у профессора Дзигана в мастерской Ефима Львовича, вот великого режиссера. Молодой актер был призван в армию. Наверное, реальная служба помогла ему потом играть роли настоящих мужчин в кино. В нашем роду все мужики были офицеры царской все армии. Воины, да? Да, это святое. Сказали, один только Сашка у нас. Да, да? Но я надеялся все-таки, что меня призовут в Кавполк. Потому что после ВГИКа, да, всех брали в Кавполк при Мосфильме. Ну, правильно. Вот, и, сказать, думаю, буду служить, ну, год после института. Год, но зато рядом с кино. Потому что Кавполк все время был задействован, конечно, в киносъемках. Конечно, вот. А так как был под колпачком 5-го управления КГБ, вот. За? Да, то меня... За что? За стихи. Вот, и меня... Да, и меня отправили служить в Таманскую дивизию. Вот я пулеметчик был. Вот, между прочим, очень хорошим был стрелком. Это был парадно-показной полк здесь, в Подмосковье. И когда приезжали, а там очень много приезжало иностранных делегаций, ну, военных делегаций, конечно, специалистов, и мы им демонстрировали тактику.
значит, и, ну, с боевыми действиями и прочее. Так вот, ночные стрельбы с БМП по мишени пулемет, это лампочка так тю-тю-тю-тю мигает, ну, тю-тю-тю, да, да, вот ее сбить, да, надо. С движения на БМП, сидишь в БМП, и вот, значит, стреляешь, фосфорная мушка, вот. И вот я всегда, отличался. Она помигала, я тю-тю-тю, со второго раза ее, значит, сбивал, эту мишень. Ну, и меня все время заряжали, значит, на ночные стрельбы в БМП. На вопрос, каким должен быть настоящий мужчина, Панкратов Черный отвечает так. Я считаю, самое-самое главное, что должно быть у мужики, это лишить себя лжи, не лгать, быть честным перед друзьями, перед коллегами, перед, я не знаю, вообще перед людьми, особенно перед женщинами. Но обязательно надо быть влюбчивым. Вот это необходимо, я считаю. Любовь, как ни странно, это я уже убедился в свои 60 лет, любовь вдохновляет любого мужика на какой-то поступок. И, как правило, на положительный поступок. Он грустит и печалится, когда речь заходит об ушедших друзьях, старой Москве и непонятой России. Друзей много не бывает. Тот был очень мой близкий друг, с которым мы часто общались, это Сава Ямщиков. Это прекрасный человек, подвижник, я считаю, гражданин России. Замечательный реставратор. Вот иконописи очень много спас для России. Вообще храмов. Все время воевал с руководством Москвы, когда уничтожались памятники архитектуры в Москве и возводились вот эти стеклянные коробки. Вот скончался недавно, к сожалению. Вот Саве Ямщикову, кстати, посвящено стихотворение, когда в Москве снесли домик Петра. Ага. Вот, и Сава просто, ну, и в книге своей написал, и по телевидению выступал против лужковской политики. И я Саве посвятил стихотворение, ну, все читать не буду, оно большое. Вот Ямщикову Саве. «Моя Москва, моя столица, ты по ночам мне стала сниться. Но я боюсь, что вдруг проснусь и без Москвы увижу Русь, как без креста. Кому молиться? Моя Москва, моя столица». Грустно, конечно, все смотришь. Что делают с Россией, что делают с народом. Понимаете, вот когда появились олигархи, понимаете, они поднялись, а народ опустили. Вот это страшно, особенно когда выезжаешь в деревню. Да в Подмосковье еще куда ни шло, а вот я к себе на Алтай приезжаю, вот на свою родину, в деревню, это где-то около 500, даже больше километров от Барнаула. Так в моей деревне еще стоят несколько изб, где крыши крыты еще земляным дерном. Еще трава на крышах. Мы-то в детстве, я помню, До сих пор не пропускают. И не пропускают. Да, воду. Многие просто даже не знают, что такое металлочерепица. Это кошмар. Вот. Если тесом покрыта крыша, это считается богатый крестьянин. Это фантастика, фантастика. Что бы ты порекомендовал нынешним мальчишкам, будущим защитникам Родины, защитникам своей семьи, вот, будущим пацанам? Вот растут они, тут соблазнов куча, это не в твоем детстве. Я бы пожелал самое главное, быть благодарными родителям своим, знать, что такое отечество, иметь возможность и право защищать, бороться с несправедливостью, быть мужественным, таким, как вот Илья Иванович Рыжкин, мой друг, вертолетчик, афганец, Александр Иванович Лебедь. Вот такие должны быть мужики, чтобы в человеке жила совесть, честь, достоинство. Но чтобы молодежь не вырывала сумки у старушек из рук, потому что это чья-то мама, чья-то бабушка. Вот, и обижать... Ты обидел постороннюю женщину или там постороннюю бабушку. Осознавай, что ты обидел свою родную мать, свою родную бабушку. Кто-то поступит. Да, это ужасно. Поэтому я призываю вот именно
Честь, совесть и достоинство должны быть в каждом.